Так, травка на переднем плане. Как травка? Как травка? Ровными одинаковыми мазочками. Переходим на тень. Зеленый и желтый.
Так. Так, ну мы делаем рефлекс у зелени. Зелень-то в тени темно-зеленая, это понятно. А рефлекс у нее будет так же, как у художника, которого мы пытаемся изобразить, точнее его стиль, будем делать через
синие цвета. Вот я сейчас пишу синим в разбиле. Здесь точно так. Просто синим разбили. Вообще, конечно, очень энергично. Я рисую и делаю мазки. Вот, надо примерно вот с такой скоростью. Вот так. Тогда оно будет так, как надо. Но мы спешим просто. Подкладка зеленая. Пишем. Или, как я сказал, окись хрома. У нас обычная зеленая. Просто в разбиле. А на листьях там откровенно синий в разбиле. Травой не мучаемся понятием формы, просто пишется так, как она есть. Вертикальные движения кистью.
просто зеленый, без каких-либо добавок. Зеленый с белым. Когда чуть-чуть пропишем, а я сейчас смотрю на работу писаро прямо в лоб. Примерно так это все и делалось, просто надо дать высохнуть работе и еще раз пройтись. Мы здесь ничего не выдумываем, мы просто пытаемся понять его технику. Так, и где листья? Там вообще просто синий цвет, потому что идут горизонтальные уже движения от листьев. Где-то размес неплотный, попадаются открытый синий и куски белил. Конечно, хочется, чтобы эти мазки были сухие, то есть как по-сухому, но при желании можно этого добиться, при желании и времени. У нас какие-то вьюны пошли по забору, значит, надо их изобразить. Так.
скамеечка у нас не написана, надо ее написать. Как всегда, холодные и горячие. Так. Ну и заборчик нам бы написать-то надо. А то как-то все. У нас забор был подмалеван коричневым. Теперь работаем только фиолетовыми, синими цветами, холодными. Сочетание цветов фиолетовых абсолютно разное. Можете взять ультрамарин и английскую красную. Можете взять чистый фиолетовый. Можно делать смешение. Одного фиолетового с другим будет еще лучше. Заборчик оживляет сразу, очень хорошо.
попадаем в цвет, абсолютно попадаем, то есть фиолетовый. Я сейчас сделал замес вообще ультрамарин и краплак. При смешении, невольном смешении на холсте вот этого заборчика, получается именно тот цвет и тот тон. Очень хорошо оживил работу. При высыхании можно еще раз пройтись какими-то холодными, поиграться. Вот так вот. Вот, а ведь мы попали очень хорошо в цвет, прекрасно, прямо так сиреневый оживился. Можно еще даже понаглеть, совсем открытый сиреневый взять. Где так прекрасно. Так. Давайте в небе пару случайных мазков сделаем для оживляжу, как говорится. А, так он еще и теплых. У нас же там с зеленым было. А сейчас мы откровенно откровенный ультрамарин чуть-чуть положили. Но я бы все-таки его подзеленил. Что-то сильно откровенно получилось. О, вот. То, что надо. Так. Все пользовались этими. Точечками посреди картины. Я смотрю, и у Писсаро да тоже присутствует. Так.
Очень хорошо. Немножко поработаем с созданием. Да, дом у нас не написан совершенно. Надо немножко с ним поработать. Рефлексы голубые где-то. Где-то откровенно голубые. Надо не лениться и каждый раз делать чистый замес и окунать кисть в этот чистый замес. Потому что цвет теряется при смешении на самом холсте и мажешь грязью. А у ребят-импрессионистов все чисто. Так. Фиолетовое. Так. Все получается пока очень симпатично. Мы пока делаем тень, разные рефлексы, в принципе, импрессионисты, естественно, понимали, что такое рефлекс, вот, и поэтому абсолютно такая же задача стояла, и также исполняли, то есть холодные цвета, тень, ничего нового.
наоборот, та классика, которая и они не вправе были отказаться. Пишем холодными. Ну что, уже как-то так ближе к какой-то логической развязке. Что-то вроде как достаточно удачно. Эти сочетания, кстати, получились просто в нулевку. Вот этот бледный фиолетовый по отношению к небу, к фиолетовому забору и вот этому бледному зеленому. Просто супер. Куски некоторые суперовые получились. Кое-где вот это вот переделать надо. Не попали вообще. Ну, сейчас продолжим. Сиреневый. Ну, я так полагаю, что надо взять стену дома. Ультрамарин. Английскую. И краплак. И сейчас мы здесь проведем. Так. Так, ну дом надо дописать, конечно.
Так, ну что, надо исправлять передний план. В принципе, завязка такая уже. Все оформилось. Уже картина из себя что-то представляет. И задник тронули, и небо. Передний план надо здесь сделать светлее. Так, еще раз посмотрим. Нашего друга-импрессиониста. Как это все делалось? Ну как? Голубые, фиолетовые. Мелкими мазками. Значит так. Краплак добавляем в голубой и начинаем прописывать передний планчик. Ну, так оно сразу же, сразу раз, и начинает передний план сюда выходить. Вперед, как ему и подобает существовать. Вот это то, что не хватало. Краплак, белила, чуть-чуть голубого. И вот совсем другое дело. Thank you.
Так, теперь поиграемся с этой зеленью, которая у него идут через какие-то синие, голубые, невероятные. Просто откровенно синий. Так, интересно, присутствуют у него какие-то обводки. Обводки. Вот этих всех кустов. Какие-то они очень своеобразные. А потом здесь и миру так натыкано вдруг. Тени ультрамарина изумрудка. То есть то, что делал Писсаро, вот эта вот обводка интересная листьев, особенно на переднем плане, какие-то точки, которые, казалось бы, даже где-то неуместны. Через изумрудную, ультрамарин. Создание цвета через изумрудную, ультрамарин практически черный. Практически черный. Ну, я могу себе представить, как это выглядит в натуре. Потому что мы сейчас работаем с фотоматериалом. Наверное, там все равно присутствует вот это дребезжание, основанное на взаимных отношениях теплого и холодного. Я уверен, что это так оно и есть. Ну вот мы задачу почти выполнили. Почти. Теперь надо сделать, закончить это импрессионизмом. А что у них всегда присутствует? Цветы. Поэтому мы их здесь и сейчас и напишем. Thank you.
Это смс-ку прислал? Да вообще фантастика. Что? Угу. Ну, типа того. Ладно, все, оно скрылось и скрылось. Так, ну что, вот... Давайте подумаем, что будем делать с цветами. Цветы-то нужны. Я предлагаю сделать много желтых цветочков. Я специально немножко кривлю все эти линии, потому что у меня, как у реалиста, все четко очень всегда. Так, хорошо, дорогие друзья, закончена еще одна картина в теме импрессионизма. Сегодня работали под Писаро, получили огромное удовольствие от этих нежных и трепетных мазков фиолетового, красного. Конечно, я работал не в своей технике. Но, по крайней мере, мы еще раз поговорили о импрессионизме. Большое спасибо!